بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد Во имя Аллаха, милостивого, милосердного. Кав. Клянусь я славным Кораном. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. Были удивлены мекканские многобожники тем, что явился к ним предостерегающий увещеватель из их же среды, и сказали: «Это удивительно! Неужели мы воскреснем после того, как умрем и превратимся в прах? Это невероятно! Знаем мы, что земля разъедает их тела после смерти, и у нас та книга ясная, хранящая все содеянное ими». Но они отвергли истину, то есть Коран, когда она пришла к ним. В смятении они находятся относительно Мухаммада. أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. Разве не смотрели они на то, как мы воздвигли и украсили небо над ними, и нет в нем никаких изъянов. И землю мы также простерли, установив на ней прочные горы и взрастив на ней всякие красивые виды растений. Мы сотворили это для созерцания и в назидание каждому рабу Божьему, который душой обращается к Аллаху. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. Мы низвели с неба воду благословенную для рабов своих и взрастили с ее помощью сады и зерна посевов и пальмы высокие с гроздями плодов обильных для пропитания своим рабам. Ею мы оживили землю мертвую. Таким же образом будет и исход их из могил. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد.
и до них сочли лжецами своих посланников народ Нуха, жители Арраса и Самут, Адиты, народ фараона и Лута, обитатели Аль-Айки и народ Тубба. Все они сочли лжецами своих посланников Аллаха, и вот на них сбылась моя угроза о каре за неверие. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ. Разве же изнемогали мы после первого сотворения человека, что они так сомневаются в его творении повторном при воскрешении? Мы сотворили человека и ведаем, что ему нашептывает его душа. Мы всегда рядом и даже ближе к нему, чем его шейная артерия. И помни, что справа и с левой стороны от человека сидят два ангела и записывают все его деяния. Стоит произнести ему слово какое-либо, как оказывается при нем представленный ангел, записывающий все это. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. Когда же явится смертельная агония, ему будет сказано: а это то, чего ты избежать хотел. И труба возвестит: это день, когда постигнет неверных обещанное наказание, и явится каждая душа, а вместе с ней ангел, который погоняет ее, и ангел-свидетель. Каждому из неверующих будет сказано: ты был в неведении об этом дне, но мы сняли с тебя покров, и острым стал твой взор сегодня. وَقَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَا لَدَيَّ عَتِيدٌ أَلْقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيدٌ مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ مُرِيبٍ الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. И представленный к нему ангел скажет: вот то, что из деяний твоих записано у меня. И повелит ангелам Всевышний: вдвоем вергните в ад каждого неверного упрямца, который удерживался от добра, приступал истину и сомневался в том, что не спасал Аллах, который другому божеству поклонялся наряду с Аллахом, так подвергните же его жестокому наказанию. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد
قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد И здесь шайтан, приятель этого неверного, скажет: «Господь наш, не сбивал я его с пути истины, он сам был в заблуждении глубоком». Аллах скажет: «Не препирайтесь предо мною, я ведь предупреждал вас через посланников заранее, и слово мое неизменно. Но несправедливо я не поступлю с моими рабами. В тот день мы спросим у ада: сполна ли ты заполнился? Он же ответит: нет ли еще добавки?» هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. А рай в тот день приблизится к богобоязненным и окажется неподалеку. Вот то, что обещано вам для каждого обращающегося к Аллаху и соблюдавшего предписания религии, который боялся наказания милостивого, не видя его, и был обращен к Всевышнему сердцем. Входите с миром в рай, это день вечности. Там для благочестивых уготовано все, что они не пожелают, и у нас есть еще больше. وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ هَلْ مِنْ مَحِيصٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ. Как же много мы истребили поколений, которые жили до этих неверных и превосходили их мощью. Они в странствиях своих по земле искали убежища. Но разве было им спасение? Воистину, в этом напоминание всем тем, у кого есть сердце. Присутствует при этом разумом своим и прислушивается к истине. وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ. И воистину, мы сотворили небеса, землю и то, что между ними, за 6 дней, и нам это не составило труда. Так терпи, Мухаммад, то, что говорят тебе безбожники и восхваляют твоего Господа на заре и перед закатом, и ночью прославляй его, и после молитв. مكان قريب
يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُرُوجِ إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَإِلَيْنَا الْمَصِيرُ يَوْمَ تَشَقَّقُ الْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا ذَلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيرٌ. В тот день прислушайся, когда поблизости глашатай вас зовет. И все они услышат крик громоподобный, возвещающий об истине воскрешения. Это будет день исхода всех из могил. Воистину, мы оживляем и умерщвляем мы, и к нам вы все будете возвращены. В тот день, когда земля расколется, и все покойники будут спешно выходить из могил. Совсем не трудно нам собрать их к себе. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. Мы лучше знаем, Мухаммад, что они говорят, и не надо тебе их к вере принуждать. Так увещевай Кораном лишь тех, кто боится моего наказания.